Сегодняшняя история – это новогодняя история BBS Kids. Все были в гостиной и ждали начала Нового года. Это Шен. Дот, мы сидим на диване. О боже, Дот, я не могу дождаться Нового года. Я тоже. Я с трудом могу дождаться. Уже почти пора, милая. 1 минута до полуночи. У нас есть 30 секунд. Чай готов, я сейчас с тобой. Поехали. Тик-так, тик-так, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. С Новым годом! Это был отличный год. Вау, да, спасибо тебе всем, что пришла. Эта привычка была такой забавной, иметь идеи или получать удовольствие. Не за что. Хорошо, что сегодня ты не плачешь. Соглашаюсь, нет, я понимаю, почему ты бросаешься. Я знаю, что люблю тебя, ты действительно самый лучший брат, который у меня мог быть. Ну и дела, спасибо, Дот. И ты лучшая сестра, которая у меня могла быть. Спасибо, Дэш. Я обещаю, что никогда тебя не забуду. Я люблю тебя, Док. Я тоже тебя люблю, Дэш.